тебя прикончу! Эй, а я знаю тайный пароль. Какой еще пароль? Именем Ренвика, сдавайтесь! Ты? Что? Пароль не тот? Я... А ну живо пусти меня в укрытие повстанцев! Вот ключ. Только пощади! Пошел вон! Я таких, как ты, на завтрак ем! За Стюарт! А, наш юный герой. Что тебе надо от старого служаки? Мне надо увидеть барона. Ренвик будет очень тебе признателен. Тут гадалки не ходи. Ты ведь нашел Нермунда. Он освободил Диего? Только что. Я уже поговорил с нашим другом. Кстати, он тобой гордится. Кто к нам пришел? Сам спаситель Нермунда.
Знаю, зачем пожаловали, знаю. Но, увы, исключение сделать не могу. Мы же на пороге войны. Я принес документы, которые выкрал Гертан. Так показывай. Ты и правда оказал Стюарку огромную услугу. В качестве исключения я дарую тебе разрешение и это письмо. Отдашь его Гилтеру, смотрителю замка Сильверлейк. Спасибо вам, барон. Прощайте. Постой. Не могу же я отправить Гилтеру посланца, одетого в такую рвань. У меня для тебя есть несколько комплектов доспехов. Уж один ты точно должен подойти. Да, и выбери себе щит поприличнее. Мне пришлось убить Гертана. Мой бедный заблудший брат. Какая потеря. Все из-за этой Люван. Ты теперь... О, гляньте, кто к нам пожаловал. Ты ведь отлично себя показал, да? Что значит «отлично себя показал»? Ты о чем? Да ладно, не будь таким скромнягой. Ты же спас город. Ты несколько преувеличиваешь. Ренвик не витает в облаках, в отличие от Гертана. Он знает, что иной раз бывает необходимо принимать трудные решения. Если бы Гертан свергнул его, Стюарк был бы обречен. Что? О чем это ты говоришь? Ни о чем. Прекрасная работа, мой герой. Так держать. Вы только посмотрите на него. Доспехи Стюарка. Один из людей барона? Стой! Путь в долину крови перекрыт! У меня есть разрешение на проход в Сильверлейк. Вот. Печать барона? Есть, сир. Но все в порядке, сир. Можете проходить, сир. Вот и все. Пойдем. А мертвецы, повелитель? Мы вернемся с людьми и лопатами. Теперь ты принадлежишь мне, Мора. Ah!
кто ты такой? Ты принимал участие в битве? Нет, я родом из Стёрка. Вот ищу Гилтера, смотрителя замка Сильверлейк. Считай, что нашел его. Я и есть Гилтер. Барон Стёрка хотел передать тебе со мной письмо. Новости из Стёрка? Давно пора. Вот. Теперь, когда письмо доставлено, мне бы хотелось попросить тебя... Извиняй, незнакомец. Что бы у тебя ни было за дело, оно подождет. Подождет? Но дело-то срочное. Я тебе верю, но с того времени, как закончилась битва, у меня нет ни минуты свободного времени. Нужно похоронить павших и вылечить раненых. Может, я сумею помочь? Сейчас нам любой помощник будет очень кстати. Мне пора возвращаться в замок. А Доран до сих пор бродит по полю боя. Доран? Знаменосец нашего лорда. Он отказывается возвращаться в замок. Уговори его, тогда я смогу выслушать твою просьбу. Я посмотрю, удастся ли отыскать твоего Дорана, тогда и поговорим. А где находится поле боя? К северо-востоку отсюда, неподалеку от входа в Торниарское ущелье. Просто иди по торговой дороге. А твой замок, где его искать? К югу отсюда. Можно дойти по дороге, что ведет на юго-восток. Эй, ты можешь мне помочь? Чем я могу помочь? Я пришла сюда из замка. Вообще, я торговка, но время сейчас нелегкое. Вот и ухаживаю за ранеными. Хотела попросить следопытов об услуге, да только где они? Уж точно не здесь. О чем ты хотела их попросить? Раненые нуждаются в лечебных орешках. Мне нужны люди для охоты на кабанов. В долине, к югу отсюда. Для охоты и вырезания орешков из кабаньих желудков. Что? Орехи – сильные лекарства, но в чистом виде для людей ядовиты, а вот кабаны их обожают. Их желудочный сок растворяет яд, потому нам и приходится бить сикачей. Понятно. Если ты сможешь помочь, я в долгу не останусь. Полдюжины орехов мне хватит. Я сейчас отправлюсь в замок, а ты, когда раздобудешь орехи, тащи их ко мне. Приветствую. Вы только посмотрите на... Мне нужна помощь. В чем дело?
в эмблеме гильдии, золотом наконечнике стрелы. Перед битвой я спрятала его в пещере. И что? В эти края перебрались проклятые гоблины. Они заполонили край, да и в пещере их полно. Ты не мог бы достать мой наконечник? Я принесу тебе золотой наконечник. Ты главное скажи, где находится пещера. Да рядом совсем, на востоке.